Счастливый приветик выходного дня. И всем спасибо за поддержку канала донатами и лайками. Ну а мы с вами сделаем красивую, легкую летнюю прогулку по роскошному обувному магазину. Будем с вами, это один магазин, весь ассортимент вам покажу. Думаю, кое-что вам уже знакомо, потому что мы уже что-то с вами здесь рассматривали. И покажу вам тоже в одном из видео, рассказывала, как поставили очень красивые диваны с подушками. Тоже они здесь будут, вам покажу. Ну, посмотрите, какая прелесть. Вот показываю цену. Эти туфельки тоже моего детства. Когда-то в детстве были. И я вам покажу, какую пару я присмотрела. Обуви разнообразной настолько много. Красивая, качественная. Разных фасонов, разных расцветок. Очень много компаний, которые представляют обувь. Такой скидки, как скидки, пока еще нет. Даже намека пока еще нет. Но, конечно же, пройдет 2 недели, уже будет, а потом еще 2 недели так вообще. Но пока вот, если где-то что-то попадаются цены, буду вам показывать. Это полная стоимость. Посмотрите, какое разнообразие. Эти сапожки блестят так, но они тоже летние. Посмотрите, каблуков очень много. Расцветки какие. Есть каблуки тонкие, есть каблуки такие широкие, устойчивые. Ну вот даже эти тонкие каблуки, они тоже очень удобные в носке. Обувь настолько разнообразная, такой широкий размах фасонов. Ну, знаете, начиная, наверное, 50-е, 60-е, потом платформа, когда была, и, наверное, 70-е, 80-е, и сабо появились. И вот где-то, наверное, вот 30-е какие-то годы. Ну, разнообразие потрясающее. Посмотрите на этот горошек. Посмотрите на эту красоту. Прелесть прелестная. Посмотрите бантики. Очень много блестящей обуви. Но она настолько выдержана, она настолько элегантна, красиво. Посмотрите, и бантики есть. И застежечки, перепоночки, и блестят, и завязочки всякие. Ну, потрясающе, настолько красивая обувь и разнообразная. Даже глазу приятно, очень качественная. Много представлено джинсовой обуви, интересной. Вот это что? Ну вот $400 стоит. Ну вот где-то показывают цену. Ну пока такие цены, да. Есть и другой ассортимент, есть и представлены и другие компании. Ну, разнообразие большое. Это вот из джинсов такие шлепанцы. Посмотрите, какие остроносые. Тоже, видимо, это все сапожки как типа летние. Ну, у нас лето, ну что лето? У нас лето может быть и 11 градусов, а может быть и 35. Поэтому на всякую погоду. Ну, это шедевр. Красивый, очень красивый. Посмотрите, какое сочетание расцветок. Общая такая картина магазина, общая картина. Сегодня это воскресенье, и посмотрите,
Совсем немного. Ну, магазин так полупустой. Правда, раннее утро. Пока еще не так много клиентов. Хотела сказать пациентов. Не так много клиентов. Это сеть магазинов Браунс. Одна из рядовых. Но очень комфортных. А это вот эти поставили роскошные диваны вот с такими подушками. Вот садись сюда, можешь облокотиться, удобно сидеть, и тебя обслуживают. Застегивают, я вам говорила, вытаскивают из коробки, одевают тебе на ножку, застегивают, меряют, просто сервис делают великолепный. Очень помогают в выборе. Это с одной стороны вот женское отделение, для, ну, женская обувь. И я вам покажу сейчас немножечко мужская обувь. И там тоже стоит такой же диван красивый. Вот мои фавориты. Посмотрите на эту красоту. Ну, это же чудо, это... Шанель. Когда-то, ну, это делала Шанель. У нее такая обувь была. И у меня когда-то была. Давно. Просто повторить. Я так загорелась. Они мне так нравятся. Ох, кстати, вот немножко мужской обуви показала. Очки, солнечные очки, так немножечко захватило, чтобы представление вы имели. Небольшое здесь разнообразие очков. Разнообразие большое, я показала не очень много. Посмотрите, какие заколочки, просто прелесть. Посмотрите и по форме, и по цвету. Это заколочки. И вот такие. Такая расцветка такая приятная. Ну и вот немножечко вам показала очки. Ну, цена очков... достаточно высокая, потому что это хорошие компании, и тут даже без комментариев. Тоже видите, фасоны разные, цвета всякие разные. А сейчас сюрприз!